«Чистая Анапа» – самая крупная в городе мусороуборочная компания, на обслуживании у которой, кроме жилого сектора, свыше 1500 организаций. В автопарке предприятия 30 единиц спецтехники. Работает она круглосуточно. В ночное время дороги курорта очищаются от остатков песко-соляной смеси, которые посыпали улицы во время гололеда зимой. Днем спецтехника очищает тротуарную плитку и буквально моет наш город. Мы начнем с главной площади нашего города, с Театральной. Затем перейдем на центральную набережную. Все это мы планируем сделать и сделаем к 1 мая. Работы эти производятся при помощи парогенератора и мойки высокого давления. Я хочу отметить, что при производстве этих работ не применяются химические вещества. Это очень важно. Это позволяет не наносить вред нашим красивейшим газонам и клумбам. Специальный парогенератор способен очистить даже самые стойкие загрязнения, в том числе и жевательную резинку. За чистоту на улицах курорта отвечают около сотни дворников. Их рабочий день начинается в 5 утра, чтобы анапчан, идущих на работу к 9 часам, встречал чистый и опрятный город. Порядки наводятся во всех парках и скверах, моются бордюры, памятники и малые архитектурные формы, приводят в порядок фонтаны. На сегодняшний день в нашем коллективе трудится 250 человек. Это настоящая команда профессионалов, любящих свой город. Мы приложим все усилия, чтобы наш город был самым чистым и опрятным. С приближением курортного сезона предприятие перейдет на усиленный режим работы. У дворников будет 3 рабочие смены до 2 часов ночи. Мусоровозы, кроме установленного графика, будут вывозить мусор по мере необходимости. Но чистым и опрятным курорт поддерживается силами не только этого предприятия. В благоустройстве задействованы все коммунальные службы города. Кроме того, свой вклад может и должен внести каждый анапчанин. Весна – время субботников. Ближайший – Всекубанский. Пройдет 8 апреля.